Всем привет! Ну, у нас прям Африка. Сегодня 38, жара. Растения, конечно, некоторые радуются. Это каладиумы. Они прям вообще у меня такие красотки. Ночью тоже стоим на улице, потому что у нас ночью 21 градус. Такие вот красивые листья. Этот, если помните, я говорила, что у меня котенок откусил. Когда был не раскрученный листик, он откусил, и поэтому вот такой вот листик. Но там тоже раскручивается листик новый. И смотрю, там из середочки еще один появляется. Все хорошо. Им нравится. Такие красивые листья. Очень-очень радует глаз. И, конечно, мой отряд адениумов. Адениумы вообще балдеют от такой погоды. Это ихняя стихия. Посмотрите, какая красота. Вообще. И там еще, посмотрите, вот здесь вот прям как веночек такой. Я не могу вообще. И там, посмотрите, еще бутоны. Еще бутоны. Очень красиво. Этот такой хорошенький, тельце такое красивое. И такой вот цветочек раскручивается. Стоят они у меня прямо на солнцепеке весь день. И вы понимаете, вообще им только это на пользу. Вот такое вот интересное растение. Ну, все-таки это роза пустыни. Да, и с этой стороны у меня стоят вот такие красавцы. Такие красивые цветочки. И здесь только бутонов. Смотрится, конечно, вообще экзотично очень. Такие тельца тоже выглядывают из горшочков. Симпатяги такие. Такие толстенькие. Такие вот пузатики. Вот так, в общем, они у меня гуляют. Живут, в общем, они сейчас у меня и днем, и ночью на улице. Поливаю я их каждый день, потому что горшки пересыхают. Просто утром полью, а вечером горшок уже сухой. А это с ними рядом стоит моя большая бугенвилия. Глабра, которую я обрезала. Которая она у меня была такая большая. И вот она вот такая пушистая. И у нее везде-везде появляются вот такие красивые цветы. Ну, цветные прицветники. И не могу не показать вот свою красотку еще. Листьев нет. Зато она вся вот в таких прицветниках ярких, просто до того ярко вообще, очень-очень-очень красиво. Там, видите, шмель летает. Это тоже у меня тропиканы стоят.
пальцами медиумы жируют. Они просто жируют. У них столько там много лезет новых. Прям стрелки такие пускают. Вообще прям классно. И хочу показать свои петуньи. Смотрите, какая красота. И коцо гуляет. Это моя малышня Адениумы. Хотя по возрасту и не скажешь, что малышня. Им уже 4-й год. И вот они такие вот. Но я могу сказать, что когда установилась погода такая жаркая, они прям вообще заметно стали утолщаться. Каудексы у них стали утолщаться. Жара для них – это все. Особенно солнце и жара. Они просто балдеют. В общем, вот такое небольшое видео у меня получилось. Просто мне так захотелось поделиться с вами этой красотой. Но у меня вот этот адениум, конечно, вообще. Очень здорово выглядит. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео.